Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас вторник, и у нас уже поздний вечер, и мы сейчас едем на прогулку. Очень. Несмотря что уже поздновато, но так как мы ложимся спать часа там в час ночи, в 12, не раньше 12, так 2-3. Точно. 2-3, да, бывает по-разному. Вот. Поэтому мы решили поехать на елочку. У нас в центре города стоит очень красивая елка. Там очень красивые иллюминации. И украшения вот. Новые, да. Вроде. Мы на фотках видели, и Даша говорит: мам, поехали. Да, я тоже в лайке видела, там фотки есть. Я уже давно не ездила за рулем. Поэтому я сегодня днем уже выезжала. Я выехала, поездила на машине. Где-то сейчас я примерно ездила, полтора. Ну, чтобы, знаете, немножко вспомнит свои навыки, скажем так. Вот, так что сейчас ждем Костю. Он никак не выйдет. И да. Будем ехать на елку. Так что поехали с нами. Это как раз то, что надо для прогулки. Да капец. Как классно. Да, мы вот только с Дашей говорили, что собираемся ехать. И смотрите, у нас начался дождь. Хоть что делать? Ну, поехали. Да, думаете, перестанет? Да. Не перестанет, конечно. Но все равно поехали. Не перестать, но все равно поехали, да? Капец, это же надо, дождь начался, но это вообще. Класс. Ну ладно. Там все, да, все довольны, все радуются, даже несмотря на то, что дождь. Ладно, ну, будем ехать. Как я видела по фотографии, прям. Мы уже приехали. Даша такая счастливая. Ну что, красиво? Да. Сейчас пойдем, вон наша елочка. Движения мало, но немножко машины ездят. А так вообще, да, закрыла. Парковочная стоянка, смотрите, вообще. Тупо пусто. Класс. Моя мечта — пустая парковочная стоянка. Вы маски взяли? Хорошо. Прыгунчики. Вон одна елочка стоит. Красивая такая. Вся сверкает. Это возле администрации стоит елочка. Ой, красота какая. Вот она, наша елочка. Я вам хочу сказать, что и дождь нам не помеха, да, ребят? Дай покажу прикол, когда кружишься. Ой. Сейчас. Вот все, что видит Даша, когда кружится? Ой, супер. Давайте я вас сфоткаю. Давай. Ладно, ладно. Все, фоткаешь? Да, зафоткала. Мы и зонтик не брали. Кость, ну, ты даешь. Я думал, тут пройти можно всегда. Да-да-да. Да, красиво. Красивая елка. Так отсвечивает на мокрой плитке. Это класс. Скажи. Папа, а тебе хочется всунуть свою голову, куда она не влазит, да? Иду. Угу. Да, где-то есть. Что? Ну, наверное, без косы. Дед Мороз уже. Да ну вас. Новогодняя почта. Ну да.
больше там в середине. Да, красиво очень, конечно. Красивая елочка. Ты чудо, Юда, рыбакит. А? Папе Дио снимай в лайк. Давай. Твой ребенок. Что там заглядывает? Раскрыл все секреты. Да, а так визуально прикольненько выглядит. Отсвечивает вроде бы двойной шарик такой. Дашуль, снять тебя? Нет? Давай я сниму. Угу. Ну, давай. Что, опять лайк? Да. Ага, хорошо, хорошо. Надо камеру протереть, что-то она размыта. Да. Вон, твоя с той стороны. Ну что, все, включай? Да. О, уже лучше. Прикол. А у меня размыто было, очень жаль. Блин, прикол. Проехала машина. Гирлянда. А у меня камера не сфокусировала. Очень жаль. Может, назад будет еще ехать. Очень жаль. Город весь светится. Гирлянда. Красиво. Ну что вы там? Можно дальше отойти? Да, о, да. Вот так хорошо. Ага, хорошо. Все? Да. 3, 2, 1. Беззвучная какая-то штука, короче. Это что, не мое кино, да? Что это ты мне помахала? Привет, часы? Не так, там, да, смотри-ка. Там солнце сияет. Да ты что стояла, делала? Я не понимаю. Что это такое? Ну что, да? Да. 3, 2, 1. Она и так слышит, она же в наушниках. А я рука ненормальная. Что за тренды дурные? Все. Вообще непонятно, что происходит. Стоит короче. Что-то. Прикинь, в прошлое вернуться, короче, этот. Да, да. Подумают, что, наверное, с головой не в порядке, уже забрали давно куда-то. Бедный ребенок. Так, слушайте, мы мочим зонт. Да, пошли. Да, уже и капли капают на эту, на слушай, камеру. Где-то я в городе видела оленей. Пошли. Ты не видел, где оленей? Не. Мы уже немного промокли, скажем так, и, наверное, будем ехать. Побыли немножко. Но я, Кость, еще где-то видела оленей. А что, они там разве? Не хочу туда ехать. Чего, тут проезжаю, сейчас в горку спускаемся. Я не люблю ту горку. А выедем через седло. Нам еще нужно заехать в магазин, скупиться, купить продукты. Крупу на кутю надо купить, пшеничную. В общем, да. У нас там еще по продуктам список. Так что, наверное, будем ехать, да? Уже намокли. Ну да. Ну, красиво так. Вообще супер. Ну, поехали. Вот эта машина. Вся в гирляндах. Смотрите, как красиво. И она всех ездит и поздравляет с Новым годом. Всем прикольно так. Мы приехали в магазин. И Даша остается в машине. Он сидит там. Мы ее закрыли. А мы с Костей пойдем в магазин. Сейчас скупимся. Такая красивая елочка. Вообще супер.
и олени. Так, сейчас берем мандаринки. Сколько штук? Зал пустой. Килограмм, продавцы и мы. Такие огромные мандарины, прям посмотрите, как яблоки. Очень большие. И шкурка такая. Ну да, шкура такая. Но надеюсь, будут кислые. Сладкие. Кость, не надо вот это кислые. Это жмаканы. Жмаканы. Да все, достаточно. А то вы не очень их едите, а вот я люблю. Так, еще немножко возьму чеснока. У нас чеснок очень быстро заканчивается. Ты набрал или еще? Еще пару штук. Конечно, у нас картошку такую свиньям дают, короче, они продают ее по 92 гривны. Мандарины, чеснок и зелень. Изюм и сухофрукты берем. У нас уже корзинка так побольше стала, побольше. Что, сыр? У нас там есть кусочек. Сейчас надо взять, давай возьмем молока и кефира. Да, давай возьмем водички. У нас там уже Даша, наверное, кость заждалась. О, все как ты любишь, с лимонами. Да, она какая-то дорогая сильно. Не. Что ты, типа, да, не знаю, мне все равно. Ну, типа вот эти. Ну, я поняла. Ну, возьми. Давай, потому что Дашенька уже заждалась, это точно. Боже, что у нас уже большая такая тележка, капец. Все, мы уже скупились. Дашуля, ты нас, наверное, заждалась? А? Нормально? В лайке сидит. Чем? На колени становился? Не, а панка. Да я пошутила. Ты не закрыл багажник, Зай? Ты не замерзла? Нет. Нормально? Нормально. Да ну все равно, Кость, машина же остывает, то холодно. Нет. Все, ребята, поехали домой. Мы приехали домой, и я поставила варить узвар на завтра. Чтобы он остыл, будет такой наваристый, настоялся. Будет на завтра узвар. И еще намочила я кутю. Тоже на завтра. Завтра уже буду варить. И сегодня я еще замариную курицу. Половину курицы. Половина ушла на Новый год, а половину как раз будет на Рождество. Для этого у меня будет вот просто приправа для курицы и перец чесночный, соль. И я еще взяла вино. Белое, какое-то сухое вино. Белое. Да. Не хочу в майонезе. Попробую так замариновать. Кстати, мне очень нравится вот этот перец чесночный. Он очень хорошо подходит для маринада. Я уже натерла курицу. Теперь залью ее вином. Я думаю, достаточно. Так вот. Ну и на закуску, что я сегодня приготовлю, и пойду тогда уже ложиться спать, это я сделаю горчицу домашнюю. Здесь у меня две пачки горчицы. Ну, порошок горчичный. Соль, сахар, вот такую вот ложечку чайную я бросила соли и где-то полторы сахара. Еще добавляю масло и уксус и горячая вода, кипяток. Ну, вот закипела вода, прошло буквально минут 3-4 и сейчас буду заливать. Как раз на завтра будет она, поверьте, очень шикарная. Ей достаточно суток, чтобы настояться, но она получается такой острой, ребята, я вам говорю. Так что, кому интересно, пробуйте, делайте, и действительно вкус, ну, ничем не отличается от покупной, намного даже острее и намного острее. И как по мне, то вкуснее. Я воду добавляю по чуть-чуть, потому что было такое, что я добавила, и горчица какая-то не такая мне попалась, и оно вышло очень жидкое.
Вот, поэтому надо с водой поосторожней. Вот вижу, что очень такое густое. Добавляю немножко водички. Знаете, если сразу попробовать, вот, допустим, да, оно на вкус вообще такое, ну, отвратительное, непонятное. Я первый раз, когда готовила ее, я была просто в шоке. Я попробовала, оно такое, ну, думаю, боже, я только вот это испортила. А потом оно, когда настоялось, это просто красота. Вот такое оно. Наверное, еще чуть-чуть водички добавлю. Вот так. Вот этого, наверное, будет достаточно. Чтоб такая она, знаете, была. Она еще чуть-чуть настоится. Все, на этом говорю всем пока. До новых встреч, до новых видео. У меня какая-то прям аллергия. Почему-то щеки такие красные. Кость, посмотри. Только это обветрило, наверное. Только на свежем воздухе побывает. Видите? Всем пока. До завтра.